Так, приветик. Будет влог, я сейчас поеду заберу Артюшу и поедем ему делать прививку. Оказывается, мы на месяц уже просрочили наш паспорт. Ну, не паспорт, а ветеринарный паспорт, да. Нужно было сделать прививку в 7-м месяце. Ничего страшного, я думаю, да? Вот, последний раз мы делали 5.07, значит, нужно было сделать. Ну, где-то 7-го месяца 2020 года последний раз делали. А вот, значит, я сегодня накрасила только ресницы. Каял, вот этот вот серый, серый карандаш от этого, господи, татулайнер, да, от Maybelline татулайнер. И классная помада, классный блеск. Сумочка маленькая желтая, ничего не найду. Вот, вот такой блеск, это блеск в 0,5 оттенке, а называется он Геворг. Есть Гев Мия на Ютубе, он делает макияжи, Beauty Bomb, вот. Это как бы его такое сотрудничество с этой фирмой, они сделали такой классный блеск. На самом деле он очень переливается, но сейчас как-то не так. Там и розовые, и сиреневые блестки, они крупные. Единственное, что очень маленький объем и совершенно быстро вообще заканчивается этот блеск. Ну, хотя я же люблю, когда много пустых баночек. Кстати, надавила нос. Ну, я вроде так чуть-чуть припудрила, но ходила вот здесь час, знаете, просто покрасневшая вся. Так что надо было выехать раньше. У вас такое бывает, когда куда-то нужно ехать. Я села краситься, я умылась, протерла тоничком. И такая думаю, ну сейчас я черненькую точечку вот здесь вот чуть-чуть. Раз чуть-чуть, два чуть-чуть. Думаю, ну не сильно краснеет, в принципе, норм. И потом просто ту-дун, вот здесь. Вот здесь, ну и сейчас уже просто сошло. Либо, знаете, еще что, либо iPhone как-то более или менее. Да, кстати, он прям блюрит. У меня здесь поры такие. Ну, я прям наковыряла. Ну, все, едем. Я, кстати, взяла вот эту вот селфи-палку. Так, плохо видно, да? Взяла вот эту вот палку. Если мне позволят в клинике, я поставлю. Ну, и поснимаю вам Арчибальда. Так, солнце, конечно. Эй, вон посылку забрала. Почта, почта. Так что, наверное, завтра будет у нас видео. А там, кстати, есть ароматы? Есть один, по-моему, всего лишь. Ну, хорошо весит, я вам скажу. Ну, привет, привет. Я сейчас буду грязная, Арчибальд. Все, тихо, все. Все, сядь и сиди, спокойно. Как нет? Сядь и сиди. Все, 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 все. Ну, мы поняли. Как? Как дела? Зайчик мой. Ну, все. Ну, что ты об меня опять свои козюли вытираешь? Ну, ты съел 3 или 4 килограмма мяса. Без каши, говядину. Ну, что ты жалуешься? Мало, что ли? А, да, улыбается. Пойдем с папкой здороваться. Ну, что ты меня козюли вытираешь? Погладить тебя? Ну, давай, давай. Просят Арчушу почаще снимать. Вот он. Тихо, глаз тебе проколю. Вот он, рыба до ушей. Сейчас поедем к врачу. И сделаем нам что? Укольчик. Ты прям, смотрите, на ногу аж лёг мне. Арчунь, давай, садись. Как нет, сядь и сиди. Бегом. С хозяином пойдем здороваться. Да, морда моя, да. А ну иди сюда. Иди сюда. А ну-ка садись, да, я пощупаю тебя пузо. Пузо. А? Хорошо покушал, да? Кто хорошо покушал? Ну, что у тебя тут, козюля? Козюля мои, козюля. Ты моя зайка. Да ты что? Ты собака-улыбака? Кто собака-улыбака? Вот так тебе надо? Чеши меня. Ой, чеши меня, да? Чеши меня.
Я не могу. А что тут за клычары? А за клычары? А? Что за клычары? Отказывается витаминки пить. Почему у хозяина не ешь витамины? А? Прям зубы сжал, говорит, не дает. Засунуть и сам не ест. Только я, да, должна витамины давать. Сейчас я тебя насую витаминов. А ну. Где моя пузя? Мое пузя, мое пузя. Кто тут улыбается? Ой. Ой, какой. Да. Так, этот везде со мной. Отходь, отходь. Смотрите, муж сделал. Только лаком покрыла, лак какой-то темный, видите, получился. Мы думаем, надо это все счухать и покрыть более прозрачно. В общем, такая лавка. Значит, переедем в дом, выйдем вечерочком. Ну, не зимой, конечно, летом сядем. Я сюда хочу подушечки такие, знаете, прям, либо, ну, как шить, я-то не шью. Может быть, где-то в Икее продаются прям сюда, и может быть, даже сюда как-то. Так, надо подумать, какие-нибудь такие мягкие штучки. Сели тут, это, пивко, рыбка, и сидите, да, болтайте, класс. А ну-ка. Так, вот я села, прям замечательно. Широкое сиденье, очень удобно, можно, да, подушечек наложить, будет супер. В общем, он увидел на картинке где-то в интернете такую штуку, а у нас же настройки остались какие-то деревяшки. Что он это хотя бы подбирал, чтобы они более или менее были одинаковые. И вот, пожалуйста. Ну, цвет сделать бы такой благородный, светлый, да? А то он какой-то темный. Вот. Это один раз покрыто. Но я хочу, конечно, посветлее сделать. И будет супер. Красное еще осталось, то, что надавила. О, мапалата надавила. Тональником закрасила. В общем, супер. Мне очень нравится. Вот, то есть она была, вот видите, деревянная. Ну, старое дерево валялось где-то у нас там во дворе. Вот, пригодилось. А я давай в интернете находить разные картинки, ему скидывать. Заказы уже делаю, что мне нужно для там летней веранды. Чё ты, морда? Поедем к тете Оле, поедем? К тете Оле. Тетя Оля сделает нам укольчик? Как нет? К тете Оле. Ты же любишь тетю Олю. Ну что ты трешься? Ты соскучился, наверное. Дай лапу мне. Лапу дай. Молодец. Ой! А вторую дашь? Сядь, сядь. Сядь. Нет, это уже давал вторую. Ой, молодец. Ой, молодец. А таблетки? Пойдем попьем таблетки. Все, иди таблетки есть. На, вот, пожалуйста. Скажи, вот мать дает, я все ем. А вчера хозяин давал, тот аж, говорит, аж за пальчик меня прикусил, зубы сжал. Ну что ты, что ты? Ай, ты морда, как соскучился. Как ты соскучился, я соскучилась. Сделаем прививочку. Поживешь здесь 2-3 дня, а потом поедешь домой. Накупаю тебя, ладно? А то ты уже воняешься. Ты покажись, какой ты хулиган. Нельзя снимать намордник, нельзя. Ай, хулиган, это временно. Все, пойдем до тети Оли. Все, садимся. Сейчас сделают куликоли. Все, нельзя снимать. Нельзя. Нет, нельзя. Все временно. Сейчас выйдем и сниму, а то ты у нас такой, кусаться думаешь. Температура померяем? Да. Что делают? Что делают? Кошмар. Ой, сейчас. Я тебя укну. Все прекрасно. Да, все прекрасно. Все прекрасно. Жалуешься. Жалуешься. Больше не понравилось. Жалуешься. Тимоя зайка. Тимоя зайчик. Что ты жалуешься? Скулишь? А? Скулишь?
Я тебе дам. Сядь посиди. Сядь, сядь. Вот, молодец. Мой красивый мальчик. Где тут твои вкусняшки есть? Пушки вонючие есть тут? Мяч у тебя есть, я тебе вкусняшку потом возьму. Вкусняшку. Вонючку тебе тут не любят, да? О, все, все. Говори. Ну, все, тогда. Тогда веди себя хорошо. О, о! Моя зайка. Моя зайчка. Нельзя снимать. Понял? Ну, иди сюда. Рядом. Нельзя. Куда пошел? Мы еще не закончили. Пять секунд и сейчас уйдем. И что ты начинаешь? Иди ко мне. Ну что ты запутался? Арчи. Арчи. Лестница решила. Куда ты? Вчера 4 килограмма мяса лупанул, сегодня ходил довольный. Ага. За день? Ну, вечером, да, пока. Ну, уже? Да, да, нам муж кашу забыл сварить. Говорит, я, наверное, мясо я быстренько отварю. Ну, давай. Ну, ты видишь, какой ты молодец, даже не пикнул. Ты мне умничка. Молодцы. Ну, что ты, куда ты мне на руки? Все? Все? Все, давай я тебя отведу, что ты тут. Это 4 года и 2 месяца. Ну да, да. Кидает брюлику. Я не могу. Кидает брюлику игрушку. Брюш, ну надо играться. Ну, мяч. Где мяч? Ищи. Правильно, Брюшка. Ты что, тупой? Ты что? Не знаешь, что такое мяч? Бери мяч, давай мне его. Давай. Ну, молодец, умничка. Все, пока-пока. Пока-пока, скажи всем.